после Мадридского Реала. Подожди, принеси шарик. Начали Сан-Себастьянцы прессинговать, как после третьей замены Юрия Горчича. Ну, это правильно. Как еще можно пытаться? Ну ты красавчик. Давай еще раз. Принеси шарик перса. Довольно любопытные изменения в скиме. Пошел на позицию Павла Гостика. Теперь играть Лукей Гонсалес. Тигорь, пойди, ну-ка давай еще быстрее. Ну, Дэвид Мойс, видимо, как и мы с вами, просто понял, что... Персик, хорош лежать, шарик неси. Молодец. Но... Давай еще раз, Персик. Нет, он уже, видишь, готов. Персик. Давай еще раз, Персик. Молодец, красавчик.